Призовем ее? Давайте. Короче, я прочекал про пиковую даму. Она словно кровавая Мэри. Все, что вам нужно, это зеркало и игральная карта пиковой дамы. Берете карту и кладете ее на зеркало. Затем красной помадой рисуете дверь и говорите: «Пиковая дама, яви себя». И так три раза. Пиковая дама, яви себя. Пиковая дама, яви себя. Пиковая дама, яви себя. Ну что? Зря вы с подобными вещами шутите. Мальчишки разыграли нас, чтобы напугать. На моей руке какая-то хрень! Себастьян, расскажи, что происходит. Вот, посмотрите. Он считает, что пиковая дама настоящая. Как избавиться от нее? Это сложно и опасно. С ней можно общаться, но только вопросами, ответ на которые да или нет. Ты убьешь Кэти? Меня? Анну? А вот и Анна. Лекарств от злых духов и одержимости не существует! Должен же быть другой выход! Ты должна мне доверять!